попозже будет дегустация проходить? Да, попозже. Страна Чабан, здесь продают то же самое, масло, здесь грибы, яйца, колбаса, мясо. Даже поваров такого продают, походу. Это республика Крым. Здесь йогурты такие интересные, сметана. Это агропо, мышь, и, не знаю. Здесь помидоры, картошка, яблоко. Это от Карыма. Идем дальше. Здесь апельсины, перцы, свеклояблоки, перцы чили, лимоны, главное. И там дяденька из роз сделал. Красный, белый и черный. Какие-то розочки. Не знаю. Здесь что-то рассказывает. Это то есть жиры. И они помогают создать хороший, полезный для говорит по-английски один, а другой говорит по-английски. Перевод. Thank you.
много людей очень. Дальше посмотрим. Здесь волка и волчья шерсть. Здесь Мираторг, всем известная компания. Надеюсь, всем известная компания. Коровы здесь номерами. Только открылось. До открытия. До открытия? Вчера? Спасибо. Жалко. Не успела я. Спасибо. Там были цыплята очень милые. Ну что ж, пошлите дальше. Здесь очень большие, честно говоря, я уже устала. Но мы еще не дошли до котов и всяких там быков, индюшек. Ребята, хочу дать вам мастер-класс. Вы можете съездить в деревню и подарить корову, допустим. Не обязательно сюда ездить. Но до деревни мне еще далеко. Тем более я поеду только зимой, а зимой этого уже всего не будет, поэтому пришлось поехать сегодня, чтобы еще раз посмотреть на коров и всяких быков. Это третий зал. Здесь уже начинается с того, что пахнет курами. Ой, я угадала, здесь куры. Всякие белые, цыплята. Там даже дают яйца настоящие. Вот и гуси. Они такие большие здесь. Жили у гуси. Два веселых гуся. Здесь.
смотри, они щипаться могут. Гусь кайфует, называется. А вот и папа. Ладно, они могут цапнуть. Здесь всякие медали. Сейчас давайте познакомимся с акулой, с китом, то есть. Привет, кит. Все, кит, пока кит. Здесь пустой зал, кажется. Сейчас посмотрим, куда нам дальше идти. Нашли здесь. Есть там кто? И, наверное, тельцы или еще кто-то. Я не знаю точно. Привет. Как дела? Здесь очень много коров и опилок. Сейчас кто-то коровы едят. Сейчас почему-то корову убили. Вот так у коров по-современному забирают молоко. Пока она ест. Батики добавляют, некоторые нет. Вот так, видите, батики еще там на голове. Нет. Такие венки нацепляют. Здесь очень много таких коров. Там прозрачно, а вот здесь нет. Молоко, но ну, да, уже, ну, вы уже видели.